Так мы так руки сложим и будем наблюдать, как через нашу территорию будут убивать россиян? Я не знаю такого человека в Беларуси, ну, может, только из пятой колонны, которые бы этому были рады. Я не тот человек. Белорус и русский – это люди одного дерева, корня одного. Я это говорил и не боюсь говорить. Русские нам не враги. Это наши братья, и мы с ними должны всегда находиться в единой сцепке, чтобы выжить в этом тяжелом мире. И слава Богу, что Россия к нам так относится. Да, были разные моменты. Мы с ними ссорились, они с нами, они на нас накатывали, мы отбивались и так далее. Было все. Но мы сегодня пришли к тому, что мы нужны друг другу. И Россия поняла, без Беларуси ни туда и ни сюда.